Как, по-твоему, бездействие организации? Это все-таки нежелание России или это все-таки нежелание остальных участников организации? Но остальные участники тем или иным образом не будут этого делать, в этом участвовать, или хотя бы, или будут участвовать очень символично. На самом деле, если будет реакция, то будет реакция со стороны России просто под в обертке ОДКБ, да. Но то же самое было бы, так скажем, если бы Беларусь там с кем-то воевала, Армения бы туда вряд ли отправила свои войска.